Всем привет! Меня зовут Макс Брандт, и уже четвертый день вы меня радуете, потому что сегодня четвертый день марафона игр про видеоблогеров. И сегодня у меня в гостях в игре в телефоне Эльдар Джарахов и его влоги. То есть мы поможем Эльдару пройти по Питеру и снять свой видеоблог. Глеб Фишер придумал эту игру. Ссылочка в описании. И в комментариях пишите, сколько вы прошли. Так, рекламу пока не пропустить, поэтому смотрим ее, что делать. Итак. Давай. Привет, я Эльдар. Говорит Эльдар. Настройки что нам показывают? Осень, Кумыс. А, это... Можно поставить любую музыку из эльдаровского творчества. То есть мы идем вперед-назад и бежим по Питеру. Кричит. Об этом сердце кричит. То есть тут человек рисует нам дорогу, и мы должны по этой дороге бежать Эльдаром и прыгать над пропастью, не впадать в ямы и не допускать, чтобы покебол попал нам на голову, потому что это отнимает у нас силы, а падение в яму отнимает у нас, собственно, всю жизнь. Поэтому тут нужно быть очень аккуратным, прыгать, убыстряется, увеличивается скорость. Так, Best Score 2.85 это мой рекорд, поэтому не думайте, что я так просто играю. Здесь обновление произошло, поэтому стало играть сложнее. Я играл еще на легком уровне, и вам показываю уже прямо то, что будет реально сложно. И... Покебол. То есть Эльдар Джарахов бежит по Питеру, снимает влог, на него падают покебольные шары. И он пытается не упасть в яму. Такая вот игра, сейчас еще раз пройдем, если нет, то вы в любом случае... Можете тоже поиграть в эту игру и порадоваться за Эльдара, за то, что блогерам посвящают игры. И мне кажется, что это здорово. Со временем они перестанут быть простенькими и инди-играми, и станут очень крутыми профессиональными играми, которые не стыдно показать ни каким-то разработчикам, ни своим друзьям. Потому что это пока что, конечно, детский лепет, пока что чисто убивалка для фанатов. А нужно сделать так, чтобы игры про блогеров реально были крутыми, чтобы в них могли играть не только фанаты блогеров, но и обычные люди, которые скачают эту игру. Опа-на, я уже прям молодец. Так. Ой, хорошо, Эльдар, молодец. Опа-на. Нужно рекорд убить 285. Питер реально даже тут красивый, хоть и запиксельный. Покеболы летят. Опа-на. Оп. Хорошо. Засмотрелся на Best Score и упал в яму. Ссылка в описании. 600 лайков. И завтра выходит новая серия игр про видеоблогеров. И лучше всех Макс Брандт. Лайки, подписки. Пока.